Это не состязание, а скорее концерт, за кулисами которого музыканты могут общаться друг с другом. В этом году в нем приняли участие 7 коллективов. Спектр стилей от гитарной музыки до тяжелого рока. Это весело. У меня есть много друзей, которых я знаю уже лет 10, наверное, если не больше. Ну и просто много людей, всем радуются, всем хорошо. Нам дает это развитие, опыт большой сцены, хорошего звука, ну и мы дружим друг с другом. Такие площадки в принципе нужны всегда, потому что направление очень узкое и очень вымирающее, надо его поднимать. Конечно, нужна эта известность, какая-никакая для начинающих команд. Пожелания есть музыкантам начинающим? Пожелания? Да. Начинать новое, делать рок настоящий. Stars are rolling.